Здравствуйте, это «Футбол России», программа о нашем футболе. И сегодня мы будем говорить о национальной сборной страны, которая после матча с национальной командой Катара будет играть против команды Румынии. И от результатов этого матча будет зависеть и место нашей сборной в рейтинге FIFA, и наше настроение в наступающую зиму, ну и, может быть, будущее и главного тренера, и игроков, потому что все ждут победы после двух неудачных последних матчей. Предлагаю вспомнить, как наша команда играла несколько дней назад в Катаре, и потом, оттолкнувшись от этой игры, пойти дальше к предстоящему матчу. Матч в Катаре Россия начала лихо. Хозяева не успевали за атаками команды Станислава Черчесова, и возникавшие свободные зоны на половине поля катарцев становились главной целью нашей команды. Камбаров заработал пенальти уже на 5-й минуте. Самедов свой удар реализовал так легко, что показалось, это будет первая игра сборной после Евро, где победа сама упадет в руки. Но на этом атакующий потенциал россиян неожиданно оказался исчерпан. Сборная сама бросила играть. Пошел футбол скучный, а временами откровенно безвольный. Катар ожил, перестал паниковать и, взяв мяч под свой контроль, передвинул игру на половину поля россиян. Да так, что в какой-то момент наша команда оборонялась очень низко, находясь за линией мяча в полном составе. Россия словно выдохлась до перерыва, словно начала беречь силы, даже не пытаясь атаковать. В результате судья поставил 2 пенальти в ворота Акинфеева. Хорошо еще, что катарцы реализовали лишь один. В перерыве Черчесов поменял игроков и расстановку, но задвигалась команда лишь после замены Ерохина на Газинского. Благодаря чему Забнин стал играть вместе с Глушаковым в атаке. Атаковала Россия только временами, но по сравнению с первым таймом это было уже что-то. Правда, после ухода Акинфеева с поля после травмы наша команда пропустила еще раз после углового. Главным героем или антигероем концовки стал Кокорин. Сначала отдав пас вместо удара поворотом, потом не реализовав пенальти. 1-2. Второе поражение сборной подряд. Сборная России задержалась на несколько дней в столице Катара Дохе, потому что температурные и не только погодные условия позволяли там тренироваться полноценно. И после этого прибыла уже в Грозный, где двухдневная подготовка сменится матчем против национальной команды Румынии. Главный тренер нашей команды Станислав Черчесов дал традиционную предматчевую пресс-конференцию. Вот что он сказал, если говорить о главных аспектах его речи. Ну, дело в том, что я после игры с Коста-Рикой говорил, и сейчас могу подтвердить, что эта команда уже играет, она только что с большого турнира, практически там изменений нету, а у нас вот такой переходный период. Поэтому, наверное, что и игроков, и команду, наверное, нельзя пока сравнивать, потому что любой игрок тоже проявляет себя в команде. Поэтому в этом плане, естественно, есть у соперника преимущество, что там греха требует. Нам надо теперь находить других Игнашевичей или Лезутских. Это вот та фаза, в которой мы сейчас находимся. Это выпало мне делать, я его с удовольствием делаю. Причем с большим. И ничего страшного, так как нас в свое время делали футболистами, помогали делать карьеру. Сейчас моя задача вот из тех молодых футболистов, которые у нас есть, сделать вторых отмечающих. Сегодня говорить о сборной России мы будем с Игорем Чугайновым, одним из самых известных игроков в истории национальной сборной России, пятикратным обладателем Кубка страны, человеком, который провел 30 матчей за национальную команду и дважды выходил вместе с московским «Локомотивом» в полуфинал Кубка. Игорь, первый вопрос, который интересует всех нас в преддверии матча с Румынией, то, что мы увидели в игре с Катаром. Что это было, на ваш взгляд, и насколько результат этого матча и содержание игры позволяет оттолкнуться от него, чтобы пойти дальше? Насколько мы уже можем делать выводы? Ну, выводы, я думаю, здесь имеет смысл делать только главному тренеру. Что сейчас пишется среди болельщиков, говорится среди политиков даже, это больше напоминает такую эмоциональную вот такую вещь, когда все возмущаются поражениями. Но на самом деле, если еще раз возвращаться к целям, которые поставлены перед сборной, это успешное выступление на домашнем чемпионате мира, то, наверное, мы сейчас все-таки находимся в стадии поиска. И главный тренер ищет оптимальный состав и еще не определился на
каких игроков он будет рассчитывать вот именно на домашнем чемпионате мира. Виталий Мутко, президент Российского футбольного союза, сказал, что два ноябрьских матча должны быть последними с точки зрения поиска вот этого состава. Кубок конфедерации уже практически на носу, и надо иметь представление о некой стабильности. Наш взгляд, вот состав против Румынии, насколько он будет уже, ну, не то чтобы оптимальным, насколько он повторит тот состав, который был в Катаре? Ну, опять, мы не знаем, какие сейчас задачи стоят перед командой Станислав Саламович Черчесов, но учитывая то, что нет сейчас состава Дзюбы, мы не можем говорить о каком-то оптимальном составе. Ну, даже просто, на мой взгляд, это ключевая фигура в сборной России, и не Дзагоев, этих футболистов нет. Поэтому говорить о том, что вот этот состав с Румынии, который выйдет, будет каким-то основным, я думаю, все на место поставит весна. Я предлагаю вернуться ненадолго к матчу с Катаром. С Катаром и посмотреть расстановку, по которой наша команда начала эту встречу. От этого стартового состава, который будет вполне нагляден, можно уже оттолкнуться и многое понять. Но вот мы видим, что перемены в составе сборной России смущают не только высокопоставленных руководителей, но и наших графистов. Они ошиблись. Расстановка должна быть зеркальной. Правый и левый фланги должны поменяться местами. Но в любом случае мы видим, что многих игроков нет. И Черчесов напоминает о том, что нет 8 игроков, которые были у него на первом сборе, в первую очередь в связи с травмой. Насколько, на ваш взгляд, сегодня остро противоречие, противостояние между РФС и клубами? Что имею в виду? Многие футболисты, которые не могут приехать в сборную из-за травм неэффективных, а настоящих, потом достаточно быстро выздоравливая, выходят на поле в товарищеских или официальных матчах за свои клубы. Если они недолечены, то усугубляют травмы и вновь отправляются в лазарет. Насколько РФС, на ваш взгляд, и Черчесов могут повлиять на эту ситуацию? Ну, я думаю, в нашей стране все может решиться только по приказу. И на самом деле здесь, я думаю, надо более жестко использовать так называемый административный ресурс, потому что все-таки национальная сборная – это первая команда и самая главная команда страны. Когда люди размениваются на какие-то местечковые интересы, несмотря на какие клубы они представляют, эти руководители, пускай даже, которые играют и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы, но все равно команда, за которую болеет страна, она одна – это национальная сборная. И когда интересы клубов ставятся, и правильно вы сказали, Илья, что чаще всего так и говорится по телевизору, в интервью, это разговоры одни, но действия вот этих руководителей, они как зачастую совсем противоположные, и в разговорах с футболистами, зачем тебе это надо, все равно это игры товарищеские. А вы когда работали с юношеской сборной России, у вас было что-то подобное? Те же проблемы были, и они остались, и сейчас они никуда не делись. На ваш взгляд, насколько давление на Черчесова в преддверии игры с Румынией близко, ну, если не к запредельному, то к критическому, когда общий уровень симпатии, доверия к сборной, он может быть перейден, и вектор отношения будет, ну, совершенно иным, более отрицательным, и пропадет какое-либо, ну, ощущение ожиданий чего-то от этой команды? Ну, опять, Станислав Саламович не проработал еще в сборной даже полгода, а у нас уже собирается делать какие-то выводы. Я говорил о том, что надо тренеру дать доработать, ну, хотя бы до Кубка Конфедерации. Это минимум, который должен быть предоставлен тренеру. Сейчас какие-то выводы делать, на мой взгляд, просто, ну, не надо это делать, это будет напоминать панику. Черчесов играл в двух матчах с двумя центральными защитниками, в двух матчах играл с тремя центральными защитниками. Наш взгляд, что он сейчас ищет, какая схема в сегодняшнем дне, вот с учетом тех игроков, кто у него есть, она более оптимальна? И, ну, когда три защитника, да, в чем преимущество этой схемы? Ну, это условно три защитника, это при оборонительных действиях скорее пять защитников. Я говорю о центральных. А центральных, ну, опять-таки, и на мой взгляд, три центральных защитника – это более оборонительный вариант. Два центральных, возможно, более открытый. Но, наверное, все-таки Станислав Саламович хочет иметь в своем арсенале несколько тактических схем. Ну и на самом деле, на мой взгляд, это правильно. Потому что мы не знаем, с кем нам придется встретиться и какая команда будет противостоять. Если у тебя в запасе есть несколько вариантов, ты всегда можешь поставить перед соперником какие-то загадки. Если ты играешь по одной схеме, ну, противнику легче тебя просчитать. Предстоящий матч против Румынии будет первым за долгое время, когда не окажется в стартовом составе никого из братьев Березуцких и Сергея Игнашевича. Когда было два предыдущих случая,
Сочи против Австрии практически и в Испании в 2008-м обе истории закончились далеко не лучшим образом для сборной России. На ваш взгляд, вот те игроки, которые пробуются Черчесовым в отсутствии прежних лидеров, насколько они убедили уже вас, как бывшего центрального защитника, других людей из футбольного мира, что они готовы, если бы не сейчас, ну, по крайней мере, через месяц, два, три, играть в составе сборной? Опять, если мы будем сравнивать этих футболистов с теми же Березуцкими и Игнашевичем образца 2008 года, когда наша сборная... Нет, давайте говорить о сегодняшнем дне. О сегодняшнем дне, говорю еще раз, они не дотягивают до того уровня братьев Березуцких и Игнашевича. До да, сегодняшних возможно, Березуцких и Игнашевича? Нет, сегодня, возможно, они еще могут составить конкуренцию, но опять, исходя из цели, которая стоит перед командой на домашнем чемпионате мира, они, на мой взгляд, не дотягивают до этого уровня. Когда ваша карьера заканчивалась как игрока национальной сборной, когда уходил Виктор Онопко, ваш партнер по центру обороны из национальной команды, насколько была та ситуация похожа на нынешнюю? Вот чувствовали, что, может быть, вас искусственно убирают, подгоняют, или вы сами приняли решение, что надо уйти? Нет, во-первых, как раз в нашем случае было достаточно все обосновано. Одни футболисты постарели и ушли, но их смена в лице Игнашевича и Березуцких, она была абсолютно достойной. Достойной. Сейчас такой ситуации я близко не вижу. Что, на ваш взгляд, ищет Черчесов сейчас с составом, с тактикой, с новыми игроками? Как бы, может быть, действовали в его случае вы, если говорить о танце от печки, да, о построении обороны в первую очередь? Черчесов просто смотрит футболистов, которые именно могут достойно представлять интересы страны. Вот и все. Он находится в поиске. Насколько этот поиск, я еще раз говорю, будет долгим, ну, посмотрим. Вас как тренера удовлетворила даже не игра, не результат сборной, а то, как защитники, мы сегодня очень много о защитниках говорим, взаимодействовали с крайними защитниками, с вратарем и с опорными хавбеками. Вот насколько сборная сегодня хотя бы намеками выглядит целостно, даже с учетом отсутствия группы игроков? Нет, она не выглядит сейчас целостной. Монолитом назвать это нельзя. Каждую игру мы пропускаем, даже Катар имел реальных, 4 мяча забить, условно. Поэтому здесь мы не можем говорить о том, что это выглядит единым монолитом. И если мы Катару позволяем столько создавать в атаке, то более серьезные сборные, я думаю, доставят еще больше проблем. Пока национальные команды находятся на своих сборах и проводят официальные или товарищеские матчи, клубы тоже не стоят без дела. Московский ЦСКА вместе с футбольным клубом «Уфа» в эти выходные провел товарищеский матч в Москве. И что интересно, в составе армейцев с первых минут на поле вышли в центре обороны Сергей Игнашевич и Алексей Березуцкий. Виктор Онопко разобрал действия этих защитников в составе своей команды против «Уфы», ну и заодно ответил на наши вопросы относительно преемственности поколений и будущего нашей национальной команды. Позиция центральных защитников, она, на мой взгляд, опять же таки, это такая позиция очень специфическая. И да, у нас нет много центральных защитников. Если взять чемпионат России, то у нас есть центральные защитники, но они больше иностранцы, наверное. Если брать ведущие наши клубы, то там иностранцы играют. Вот. А почему играют Игнашевич, Березуцкие, то они лучшие, они играют. Потому что, это не на мой взгляд, проблема, наверное, не только даже центральных защитников, но и по большому счету всего нашего футбола, потому что у нас не так развивается, наверное, и детский футбол, и нет тех футболистов, которые могли бы конкурировать с тем же Игнашевичем и с тем же Березуцким, и Васей, и Лешей. Если брать другие страны, там, например, я приведу пример Испании, то там на каждую позицию, если брать сборные все юношеские, то там, например, возраст 98 года, там на каждую позицию, там правый защитник, там 5 футболистов всегда есть. И мы не сравниваем Испанию и Россию. Это видение главного тренера Станислава Славовича играть в 3 центральных защитника. Но это опять же таки, это система, там 3 центральных защитника, 2 центральных. Она может по ходу игры изменяться. Потому что Самедов играл справа, это не защитник, он играл атакующий. Камбаров играл слева, то есть это тоже атакующий футболист. То есть при атаке
ты, да, ты насыщаешь центральную зону при обороне, у тебя всегда три защитника за линией мяча стоят, и плюс опорные. Но при атаке ты можешь использовать большое количество игроков, то есть крайние защитники, тот же Самедов и Камбаров, могут активно включаться и атаковать большим количеством игроков. Я как бы сыграл. Ну, наверное, главный тренер сборной, он знает, что у него сейчас тоже нет Игнашевича уже. Василий Березуцкий травмирован, тоже, он не сборный. То есть, поэтому Станислав Саламович пробует разные варианты. Он и ставит, и Васин, да, играл, и Кутепов. То есть такая связка центральных защитников и Кудряшов. Вот. То есть вы с ним согласны? Ну, опять же таки, тут... Ну, я своё мнение сказал, что играя в три защитника, это самый легкий вариант для построения игры, особенно в обороне. Продолжаем говорить с Игорем Чугайновым, великолепным в прошлом защитником национальной сборной России и Локомотива, о положении дел в национальной команде. Игорь, перед тем, как мы увидели, да, вот как играл ЦСКА, и послушали Виктора Нобко, мы говорили о омоложении. Вот насколько это омоложение, которое сейчас идет в сборной, оно искусственное или не искусственное? Потому что прежнее поколение, оно было, ну, наверное, великим по российским меркам. Те люди, которые взяли бронзу и которые выигрывали Кубок УЕФА в составе ЦСКА и «Зенита». Это неизбежный процесс. Люди стареют. Но я про то, насколько это вот именно сейчас должно происходить. Мы с ним затянули. Оно своевременно? Или, может быть, оно начато раньше? Нет, оно своевременно, на мой взгляд, потому что Березуцкий и Игнашевич, они до, наверное, последнего чемпионата Европы, они доказывали, что они достойны места сборной, и конкурентов у них на этих позициях нет. Сейчас возникли к ним вопросы и в Лиге чемпионов, и в играх за сборную. Ребята не всегда уже успевают, исходя, опять-таки, из их возраста. Поэтому обновление, оно неизбежно было. Другой вопрос, опять мы возвращаемся к тому, что кадров, способных их заменить сейчас, ну, наверное, пока нет. Но в молодежной сборной есть кто-нибудь? Нет, я не вижу пока. У нас большая проблема, опять-таки, с подготовкой молодых футболистов. Об этом много говорят, но, к сожалению, футболиста нельзя вырастить за один день. Его готовить надо, ну, минимум 10 лет. Ну, если игрока готовить 10 лет, вы имеете в виду детство, да? Я правильно понимаю? Естественно. Нельзя в один момент взять, надеть на футболиста майку сборной и сказать, ну, теперь ты игрок, и давай... Побеждай всех и вся. Наверное, все-таки это процесс намного больше занимает времени. Когда вы пришли в национальную команду, то поколение, те люди, которые уже сходили, это было, ну, опять же, вот, наверное, последнее великое советское поколение футболистов. Сколько вам матчей потребовалось для того, чтобы почувствовать себя своим в этой сборной и в раздевалке, ну и на поле? Это к тому, насколько вот для Кутепова, Новосельцева, всех остальных процесс вхождения в национальную команду болезненный? Ну, я думаю, сейчас этот процесс, на мой взгляд, вообще безболезненный. Если мы говорим о советском времени, все-таки там какие-то элементы дедовщины и такого авторитета более старших игроков присутствовали, то сейчас такого нет. Сейчас у нас более... Если игрока готовить 10 лет, вы имеете в виду детство, да? Я правильно естественно, понимаю? Естественно. Нельзя в один момент взять, надеть на футболиста майку сборной и сказать, ну теперь ты игрок, и давай... Побеждай всех и вся. Наверное, все-таки это процесс намного больше занимает времени. Когда вы пришли в национальную команду, то поколение, те люди, которые уже сходили, это было, ну, опять же, вот, наверное, последнее великое советское поколение футболистов. Сколько вам матчей потребовалось для того, чтобы почувствовать себя своим в этой сборной и в раздевалке, ну и на поле? Это к тому, насколько вот для Кутепова, Новосельцева, всех остальных процесс вхождения в национальную команду болезненный? Ну, я думаю, сейчас этот процесс, на мой взгляд, вообще безболезненный. Если мы говорим о советском времени, все-таки там какие-то элементы дедовщины и такого авторитета более старших игроков присутствовали, то сейчас такого нет. Сейчас у нас более демократичные взаимоотношения между футболистами. И сейчас ребятам, я думаю, буквально один, другой сбор, и уже можно себя чувствовать своим. Вопрос их, как говорится, внутреннего состояния. Как они себя готовы ощущать полноправными членами сборной или нет? Когда я смотрел интервью Нобко, то мне вспомнилось его неожиданное возвращение в национальную команду уже после официальных проводов. Игнашевич, на ваш взгляд, может вернуться в сборную на Кубок Конфедерации, если выяснится, что реально, да, вот никто из других центральных защитников не дотягивает до уровня такого турнира? Я такую возможность не исключаю. Опять-таки, это спорт, травмы,
И опять-таки, а что уровень... должно произойти, да, на ваш взгляд, чтобы это случилось? Игроки, другие защитники должны выбыть из-за травм, или результаты матча будут такими, но... что просто... Да, давайте не будем о плохом, как говорится, совсем уж. Но, естественно, когда пойдет цепочка каких-то травм, и, естественно, что кто-то провалится просто по весне, не будет соответствовать ни даже, возможно, какому-то клубному уровню. Естественно, тогда... кандидатура Игнашевича, она всплывет по-любому. Кто из сборной России, на ваш взгляд, сыграл в тех четырех матчах, которые уже были после Евро, на своем уровне? В целом, не ниже планки той, которую он сыграл. Наверное, это, возможно, вопрос главному тренеру сборной. Он оценивает. Но на мой взгляд, что Забнин, на мой взгляд, все-таки и Глушаков, хотя я иногда часто тоже и претензии предъявлял в адрес Глушакова, тем не менее, все-таки, наверное, пока надо смотреть именно отношение футболистов к происходящему. Эти ребята все-таки, на мой взгляд, они старательные, и где-то в играх какие-то проблески и мастерства у них присутствуют. С учетом того, что 8 игроков, которые могут рассчитывать на попадание в стартовый состав из-за травм, в сборной сегодня нет. А на ваш взгляд, если мы проиграем Румынии, во что пока верить не хочется, румыны к тому же ослабленном составе будут играть в Грозном, а что тогда делать всем нам, что тогда делать Черчесову? Ну и можно ли говорить в этой ситуации о какой-то единой идее, вокруг которой общество может объединиться, вот так вот уходя в зиму? Ну, обязательно, я думаю, должен быть произведен анализ. Единственное, что бы мне не хотелось, чтобы вот на... есть такой... исполком, орган у нас, техком тоже присутствует. И чтобы там присутствовали именно люди, которые понимают, что такое футбол. Мне не очень хотелось бы, чтобы разного рода политики туда приходили, клеймили всех позором, призывали что-то там сделать. Но это все-таки, наверное, больше в плоскости политической какой-то борьбы, а не реального, говорится, оценки, нереальной оценки состояния дел в футболе. Но если, опять-таки, люди, которые туда... входят, именно будут думать о том, как лучше сделать футбол в России, а не какие-то очки себе политически заработать. Но я думаю, все-таки дело с мертвой точки сдвинется. И на самом деле общая идея, общий объединяющий какой-то фактор, пускай это будет национальная команда, он должен быть. Последний вопрос. Вы представляете молодое поколение тренеров. То поколение, чьи голоса должны сейчас звучать, наверное, все активнее и активнее, и к чьим голосам общество должно прислушиваться. На ваш взгляд, насколько ваше поколение тренерское, оно сейчас поддерживает или, напротив, критикует тренера и национальную сборную? Насколько, может быть, ваша поддержка должна быть слышна или, наоборот, ваш голос должен быть слышен в качестве, ну, какой-то критической массы? Ну, вы знаете, у каждого здесь есть свое мнение, каждый на самом деле преследует свои, как говорится, интересы. Я насчет Станислава Саламовича всегда до, как говорится, сегодняшнего дня всегда высказывал ему поддержку. Да, я могу не соглашаться с какими-то решениями, но опять-таки кардинальных каких-то решений, вроде того, что тренера надо поменять, и мы сейчас все начнем выигрывать. Но я реалист, и если вспомнить даже то, что я говорил летом, что ни один тренер сейчас в этой ситуации резко ничего изменить не сможет. Поэтому, на мой взгляд, надо оставить в покое главного тренера. Да, критика должна быть, но это должна быть деловая критика, которая поможет именно даже тренеру в этой непростой ситуации. Спасибо большое Игорю Чугайнову. Бывший игрок сборной России и московского «Локомотива», ныне тренер, был в гостях у «Футбола России». А мы продолжаем говорить о национальной команде страны. А главный тренер сборной России Гус Хидинг, который, наверное, принес нам наиболее положительные эмоции в новейшей российской футбольной истории, прилетел в Москву на пару дней с частным визитом и дал интервью нашей программе. Если вы смотрели матчи сборной России на Евро-2016, есть ли у вас мнение, что случилось с нашей командой, почему она выглядела именно так? Положа руку на сердце, это был не лучший турнир для сборной России. Чего не хватило? Уверенности и, наверное, чувства партнера. Один бежал вперед, другой назад. Целостности команды я не увидел. Гус, сейчас похожая ситуация в сборной России на ту, которая была 10 лет назад, когда вы пришли работать в Российский футбольный союз. С какими сложностями сталкивается тренер, перед которым стоит задача полного обновления команды? В первую очередь, для главного тренера сборной это нелегко. У тебя мало времени на подготовку. Всего 5-6 дней на сборах перед играми квалификации. Так что тебе надо рассчитывать в большей степени на индивидуальное мастерство своих игроков.
С другой стороны, сейчас тренеру сборной России легче. Вы не играете отбор к чемпионату мира, у вас больше времени. У России 1,5 года, чтобы подготовиться к чемпионату мира. И тут надо понимать, что многим следующим летом будет Кубок Конфедерации, и это отличная возможность посмотреть, как сборная России перестроилась. Оба наших тренера, предыдущий и нынешний, кто возглавляет сборную России, Леонид Слуцкий и Станислав Черчесов, сталкивались и сталкиваются с серьезным давлением со стороны. Что бы вы могли посоветовать им в этой ситуации? А что здесь нового? Так было всегда, поэтому футбол так популярен. Поэтому футбол и спорт могут сделать то, чего политика не может. Все знают игру, понимают ее, при этом очень сложно показывать красивую игру. Когда я пришел в сборную России, я не мог много читать газет в силу незнания языка. Но я знаю, что меня тоже много критиковали, это нормально. У каждого свое мнение. Когда ты выбираешь состав сборной, когда ты ставишь игрока на ту или иную позицию, всегда найдется аналитик, который с тобой не согласится и скажет, что надо было ставить другого игрока. Но когда твой план сработает, только тогда люди скажут: «Да, он пошел по правильному пути». Сейчас как раз-таки в сборной России начало перемен. Мы всегда восхищались игрой братьев Березуцких, Игнашевича, Аршавина, Анюкова, Зырянова, Кенфеева. Он, кстати, еще играет. Они делали игру, были главными футболистами в команде. Но кроме этого, они были личностями с большой буквы. Мы выбирали одаренных игроков, поэтому мы выиграли. Просто дайте игрокам возможность развиваться, и все получится. И отвечая на ваш вопрос, тренерам надо быть открытыми, но все же иногда, как лошади, нужно одевать шоры и концентрироваться только на своей цели. Одна из главных проблем сборной России – то, что возраст центральных защитников Игнашевича и братьев Березуцких уже очень высокий. Игнашевич ушел из сборной, Василий Березуцкий, наверное, близок к этому. На ваш взгляд, что правильнее делать в этой ситуации новому тренеру? Растить молодых игроков или использовать тех, кому 26-28 лет, но которые никогда не играли на серьезном международном уровне? Конечно, если взять календарь, вы можете увидеть, кто слишком старый, например, игрок или тренер. Это математика. Поэтому, возвращаясь к переменам, если все идет хорошо, главный тренер должен стараться найти людей, которые придут в команду, и от этого игра не потеряет в качестве. А это, в свою очередь, зависит от воспитания. Если ты учишь молодых футболистов в возрасте от 8 до 12 или от 12 до 20 лет, тогда у тебя будет смена поколений. И я не хочу сказать ничего плохого, но только тогда у Игнашевича будет конкуренция, а сейчас этого нет. Станислав Черчесов из-за травм группы игроков постоянно вынужден менять стартовый состав команды от матча к матчу. Многие говорят про эксперименты, но эксперименты ли это? Как тренер должен вести себя перед чемпионатом мира? После Евро были контрольные матчи, где тренер может экспериментировать, и результат не так важен. После этого так или иначе у тебя сформируется костяк команды. Это мои игроки, из них я буду делать команду. Не из 11 игроков, а из 15-17. Конечно, к концу подготовки могут быть свободные позиции, потому что в заявке на большом турнире должно быть 23 футболиста. Плюс к этому у тебя будут игроки, которые, что называется, стучатся в команду и могут присоединиться к сборной в самый последний момент. На мой взгляд, после этого эксперимента, который тренер обязан проводить, и после выводов, нужно работать в направлении более-менее определившейся по именам команды. И ее главный экзамен будет на Кубке Конфедераций. И если что-то пойдет не так, у вас будет еще один год до чемпионата мира. Вы смотрели «Футбол России», программу о нашем футболе. Увидимся через 2 недели, а на следующей неделе вместе с вами будет мой коллега Владимир Стогненко. Оставайтесь с нами.